Видео подготовлено сайтом online-gdz.netgeometry, 10-11 класс, Атанасян, задание 284. От каждой вершины правильного тетраэдра с ребром 2 отсекают тетраэдр с ребром 1. Давайте изобразим тетраэдр DABC, правильный тетраэдр. Правильный тетраэдр означает, что у этого тетраэдра все грани равны между собой, и все они являются правильными треугольниками. Его ребро AD равно 2. Так, теперь сказано, что от каждой вершины отсекают тетраэдр с ребром 1. Ну вот выберем вершину А. Ребро AD поделим пополам. Ну, раз AD это 2, а нам нужно отсечь ребро 1. Поделили AD пополам. AC пополам поделили и AB поделили пополам. Соединим и получим. Вот отсечем вот такой кусочек. Отсечем. Точно так же мы отсечем тетраэдр от вершины D, от вершины B и от вершины C. То есть от всех четырех вершин. И вот получим вот такой многогранник. Что мы получим? Ну, давайте, во-первых, мы уберем наш тетраэдр. Вот так мы его уберем. Вот получили такой многогранник. Давайте его обозначим. Вершина E, вершина F, вершина M, вершина N, вершина K и вершина L. Вот, теперь, поскольку наш исходный тетраэдр был правильный, и мы все время делили его ребра пополам, то вот получились стороны вот этих треугольников, которые мы получали, равны по единице. То есть все ребра вот этой полученной фигуры равны единице. Тогда давайте перечислим грани полученного многогранника. Грани. Ну, во-первых, треугольник E, N, L. Треугольник E, L, K. Дальше идем. Треугольник E, M, K. Треугольник M, K, F. Треугольник M, N, F. Треугольник N, L, F. Еще у нас есть верхняя грань E, N, M и нижняя грань треугольник K, L, F. Всего у нас получилось 8 граней, и каждая из этих граней правильный треугольник. Правильный треугольник. С ребром 1, следовательно, полученная фигура E, M, N, K, L, F – это октаэдр. Октаэдр. 8 граней. И все эти грани являются правильными треугольниками. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. И если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.